Все любят сюрпризы, но только если эти сюрпризы веселые или вкусные. Повезет ли нашим героям? Узнаем прямо сейчас. Это «Выбери правильный ключ» челлендж. Погнали! Алекс, мы тоже хотим поиграть. Кто здесь балуется? Ой, упс, нехорошо получилось. Чувствую, у этой истории будет продолжение. Квадрокоптер, я конфисковываю. Ну вот, во что же теперь играть? Смотрите, окно. Хозяин забыл его закрыть. Действительно. Пора забирать наш квадрокоптер. Главное, чтобы никто ничего не заметил. А вот и он. Ого, сколько же здесь еще классных игрушек. И какой-то сейф. Интересно, что там? Ой, ребята, кажется, нас засасывает. На помощь! Где это мы? Похоже на челлендж. Чур, я буду первая. Не терпится узнать, что в моем сейфе. Ой, что это? Да это же овощное пюре. Фу, какая гадость. Пахнет отвратительно. Не хочу к этому притрагиваться. Тогда мы тебе с этим поможем, Лили. Ну давай. Ложечку за маму. Ложечку за папу. Какая упрямая. Знаю, щекотка всегда помогает. О нет, эта гадость оказалась у меня во рту. Бе, ужасно. Нечего смеяться. Открывай уже свой сейф, Алекс. Ого, вот это мне повезло. Здесь целая куча твиксов. Не терпится их съесть. Как же это вкусно. Давно я не ел твикс. Ну и манеры. Ладно, посмотрим, что в моем сейфе. Детская бутылочка? Это что, какая-то шутка? Ой, молоко разлилось. Вита, ты такая невезучая. Пока ты надо мной смеялся, твоя палочка твикс стала моей. И правда вкуснятина. А теперь запью молоком. Стоп, что? А где мой твикс? Вита, это ты его украла? Ой, что-то происходит. Что со мной? А что случилось с Витой? Это же младенец. Всему виной бутылочка молока. Ладно, надо как-то ее успокоить. У-тю-тю. Алекс, это не помогает. Надо что-то придумать. Точно. Наверное, малышка Вита просто голодна. Овощное пюре должно прийтись ей по вкусу. Ох, Лили, ты гений. А теперь что происходит? Ой, Вита, это ты? Как неловко получилось. Прости, Алекс, и спасибо вам, ребята. Теперь начну я. Ну вот, неудачный сейф. Какой кошмар! Не верю своим глазам. Это личинки. Нет, только не насекомые, я их боюсь. Придется перебороть свои страхи, Алекс. Только взгляните на эти лапки. Фу, ну и мерзость. Пожалуйста, можно я больше не буду к ним прикасаться? Нет уж, Алекс, ешь. Ты должен съесть все. Ладно, тогда я засыплю их все разом. Отвратительно. Зачем вы меня заставили? Вита, открывай уже свой нелепый сейф. Так-так, что же там? Ого, да это же кольцо. Давно о таком мечтала. Смотри, Лили, классная. Ага. Погодите-ка. Ого, да оно еще и съедобное. Теперь и я его хочу. Что, уже все? Как быстро оно закончилось. Ладно, Лили, твоя очередь открывать сейф. Интересно. Книга? Никогда таких не видела. Очень странно. Ой, откуда такой ветер? Мои очки! Ну вот, сломались. Секундочку. Это же книга заклинаний. Как увлекательно. А вот и заклинание, с помощью которого можно что-то починить. Вот это да! Сработало! Что сработало? Ого! И правда! Здорово! А ну-ка дай мне эту книжку. Если есть заклинание для очков, то и для колец найдется.
Ага, получилось. Смотрите, мое кольцо теперь как новое. Ну все, моя очередь. Я тоже хочу поколдовать. Ой. Что? Насекомые снова в моей тарелке. Какой кошмар. Да, придется снова их есть, Алекс. Налетай. Да уж, магия непредсказуемая штука. Это несправедливо. Джентльмены, вперед. Окей. О, нет. Лучше бы последним открывал. Здесь тухлая рыба. Не насекомые, конечно, но все равно мерзость. Как я и думал, отвратительно. Мне кажется, я даже позеленел. Все, с меня хватит. Ладно, ты и так намучился. Давай, Лили, посмотрим, что у тебя. Что это? Похоже на какой-то пульт. Явно не от телека. Ладно, я разберусь, а ты открывай свой сейф, Вита. Посмотрим. Печеньки Марс. Как круто, я их обожаю. Да, это точно они. Аромат божественный. А на вкус просто объеденье. Какие аппетитные! Ой, а что это с аппаратом? Он сломался? Попробуй нажать на кнопку. Открылся! Какой кошмар! Что это? Ну, здрасте! Это призрак! Так вот, что тут так вкусно пахнет! Печеньки! 1000 лет ничего не ел! Буквально! Не могу поверить! Призрак ест мои печеньки! Нужно запихать его обратно! А ну-ка, полезай! Нет! Я только начал развлекаться! Не хочу снова в эту штуку! Тебя никто не спрашивает! Быстро внутрь! Да, вместе с руками! Ну вот, так-то лучше. Больше никаких кнопок. Понравился наш челлендж? Тогда скорее подписывайся. Новые ролики уже не за горами. На Парара всегда интересно и весело, ведь наши герои ни дня не сидят на месте. Не терпится узнать, что Вита, Алекс, Лили и другие ребята придумают в следующий раз. Одно могу сказать точно. Это будет что-то невообразимое и нереально крутое. В общем, не скучай, скоро снова увидимся на Парара. Thank you.